Саха Республикатин үтүөлэх артыға андойду виртуоз хомсчуда, андойду культуратын мастера Варвара Степанова арчына түрөбіт төлбетігер мені хаңыз луғын мәлчақсыны хелегер улахан жонғаналақ фольклор сайынғыла ағырын терген үттам. Манны сақы төрітігестерін үйететен сақалы ұры тойук, хомыз алыптақ дұрғоны оғуқай, сақа этно-фитнес жарықтара итеніне күбітік тегенін қарысқал бұтырыстақ бұла цухоқ семегар мастер-кластары. Итта. Рахтан келбит кыттаачылар сахабалаганыгар үрдүттен конусытан 5 күн устата фольклорга ухуйлаллар айылгалын алтыхаллар. Мен хаңасылуһун мәҗәсне һилегиттен төрттәхпин. Онна сайын ай манна хайлы келебин, бәйем бу үсүмнәгә табалаган туттар бүтәм. Онна туманны бәйе бит хайлы балаганмыт. Онна быел хайын айы биле хайынгы хыңялаңым, бәйем ухуячының үлелебин Маркалай Жоркова атлан музыкальный колледжка. Олегин хайын хыңялаңым кемегер онлайн өретебін. Бүгін бір бағалақ жонлар өрю бағалар, хұнысқа сақылы рыға тойыққа өренен бағалақтар өрю бар болалар. Олегин де бұйыл бұ лағыр күрдік оңран көрі өққа демін. Толқұйдамын 5 күннәк сайынғы өрәқ демін күлдерді. Онта манна кихи 5 күн устата сақалы рыға тойыққа, онна жигине биле корак жокускайга оңорор бар 5 күнне курска күнге бир эле час келен жарыктан арабит боллактарына манна бону хассырдыктан кеңедли ыры тоюк комус жерер онна айылгага хыжжабы бе маңна маңна күмтер келет таган хола эбага киремит хаппыппыт ууну тыдан көрбөппүт ата айылгабын көрдөрдүбүт ылжыттарга Онтан, онна кихи күн устата колобура элбаға билер. Кихи бу 5 күн толору күндер болбаға дей, онна толору күнге тойугу, нуротырыты нарастырын, охухай растырын, тойук түрбенен уратыларын, онна ото он хыньяна тария, ырыттан тойуктан хыньяна тария ген бу илибитин эрчиемит бихи истине бит. Кабытык мен бәйім ием Маргарита Васильевна Степанова мәйханалыс ұлығын нұротын мастыра. Кені мейген оттан ол кабытык әйгетер үйреп біте, тұқараты көрдер біте, оны біле үйретерін тұқары үйренін істәп бұлам дейм. Бұлығын біле бастан көрдер бітіттен хағалан, кабытык тиги офсенын біле ийе де хоқ, ийіске сығына да хоқ жанырға наға чүгейсе, біхе ұмсығы тулағы әйгеті. Оно кабытык тигинен жарықтаны бәйе наға чүдік түрген үлгердік тиктілер күргіттар. Оны ол бақтырын оңыстанлар ұхыққа түрген үйде керектері. Онтон оны бұтырыстақ болады, маңыға кетер, онтықларын мен ұспидан бітір дақтарына кетен барықтыра. Оны бұ білінге кемге хамай үйедіен, қаян үйедіен тұрар күс оғын сімеға ден. Күс оғын сімеғын орын көрек бүт. Онтон оны бітігі күмітігер, мен жақсын елегер бәсігін хүбі бір күні өрін әші ұйық болары тұрар. Олынны күттіңілік бүт. Онна ол күн Питертан келеһет Жармила Кудрышова круговорот ген охохай туһунан документальный кино устаһыджар ол кинага сүрүн уруга оньюрум быһытынан быне хелек жондорун онна булаарга кетбит кыттылаактардын бараларын кинага олтурабыт онон бу түген оло история хаалыга диэммит эренебит наха чүгэ кемге оңхуллан каалла тоонна Бұны хелегім жонныргар, барыларгар мақталбын керді бейін, мейгін өйі өйді хүйджер бейін дойдылақтар бар, онына жегергенмер, ебер онына әжейді ағымайдар бар мақталбын керді бейін. Жегіне мен студенлары өртір бұлағым же, бәйім едебеден студенлары өртір бейін, музыкалын өтерішіға, онына кәнігі, то ұрқытты бұл, мен 16 сыл бұн, сіз білі үлелән түміттәйдім, әп, аны күйін 19 сыл бір өткен әбін, оны үлелерім бұлған тұқары бағалақтары өретебін. Қолыбыра аң бастан музыкалы жүріша үледей кейдебіттен, кейрек біттен, қолыбыра бастан қомыс түмелігер өретеретін бағалақтары. Онтан әйтінлік күрдік өрі бар болалар, қомысқа өрінектерін бағалар жаннар. Онтан бұ кендіге беремеға жа отыттарыттан үйе әдір үтчаттар сақалы үріні тойығу, әңәр әргер болалар, олхен өрі бағалақтар бар болалар. Жаннар онна отыттарын кенттен үксін.
бо сакалы регата юкка охохайга сестегас болалар битсе онна киһи били тохтурун курдук тохомуска ме аны били атын эйгага үрели хиччаннар холобор бугалтардар продавестар атын эйгага үрели хиччаннар ме хыннана тария келендер ылдылар тоялар оннатан биле огаҗан дисакаҗан лапы тоскулаҗан лапы тиллер онна келеннер биле онткаларын хайыннарнар нашидык то юбилейдер гайм бардакна ыры ыллык бутын багарбы комскон юк бутын багарбы тиллер эбетер атын хору дойдылар гавар дактарна ме ыллык бутын то юк бутын багарып бихи культуралак бут бихи ме тоспа атын мук буткен көддөр бүтөр бихи бу иҗҗар комс бут кол баракып караке инструментда кас биддики уктаҗан тыхатын хөп Негнан блин ха эбеки сергит болла тас дойдук барачлар бу хагерин хигер хиджар учталлар оскологлор ой начи хергиллер агай онда бу мин бем идем болан колбара биле атын жанга хобби кудуп болага ди мен хаваны бем идем онна хоббим барата биттен болан хаши ми хавле ди бе берчепчики Мәлжәсенә һәлеген улыктыгы Матриона Сарамятникова бәйтә культура әйкетен үләһәтә булган дохуя астына саңаны биле көре исте сыннана сылҗар. Ыры тоюк комыс манна кара сарсыр даттан җәйрәер. Саха төрәт культуратын ырытын тоюкын охуга юрәтәлләр, быстаргар истенәлләр. Үһүс күмит булла бихи җарыктан мыппыт. Манна җа ам бастан оттан бу тоюк тур саха төрәт үгәстәрен ылда киһе ыллан тоен кирен барбат. Анна эрдәттән турыпка кирен бу сирегин ха чтобы массаж танан, ускун тискин эрчиен, арахнай эльбах тохтара оңрауд, түхмэхтере. Вонна норотырыларын, хомус, хомуска сыйя тардыттан хагалан, тярахнай кыллар сөйлер саңаларга тия үйрэттивит. Вонна тойуктатывы, тойукка күна эрчиллебит, кихонно колахан для распевка болар, чөйбай сахалы. Онна хаяты бит, истенни бит. Хас бирди саха жақтараттон истенни яқтайақ, мен бұлана истеннері хатча пока ылына лекпен. Оно бы кыбыктык тигидене бастыкауын оттан оңорон көрдім. Хаян дағыны барда брабаланан жегенен чөйбай тоқтақ кынын бар, мен біле анғылы атын бұқа стиль күрдік хаян мұна оңдым. Тон бастыкыга хин биле өйдөбүлү ыллым кайдах тегиллиитин техникатын үйрэттага дии варен ашыйдык. Уонна чүйбайдык көмүлүү кохого оттон охок тыыхын истестебит бихи хомустуубут, динни кепсетебит, ырытабыт, саха төрүтүгэстерин, хатын уутан уута иһеһебит, бу ыхыакка кыттар былааннарбытын, нөмөрдербитин чочуябыт. Бәйім бұлағына қатың тоғыттан әбәм үйреппітін өйден қалбыппыттан тоғысыға соңырон көрдір өқті әқпін. Бұл қыттатшылар бар, ұнтын ға жүдік табылды. Онына кейін ға маңдық санаты сағыланар, кейі тұруға шөй бағайы маңдық қайдары күтін бәғір күйір күрдік бұл сақалы фольклорға түрі түгестерге астан. Оны бігі арчын авдығар нағалық аммақталы ақпыт. Хасыр даттан кияхәңге дере олықтақ болан біле жевер баран ебеттен келебін. Хасыр даттан кияхәңге дылауын олықманна бахаға балағаныңар келен. Ары дайылхаға таққамыд, хомысту бұд, наға шеддік онды күнгені айджауд. Лағыр бір сүрін ұлжытынан Эстониеттан келбет Снежана Бадрицкая болар. Еті горнай лұғыттан түріттәғ боларын бұғытынан саға түрет культуратын үйреті сылджар әбіт. Саға сергер ұлаппата қолорбатық болан қасбирді кейі түрдің ұғын білеқтәғ кейін өйді бүлкетер ағанан лағыр үләлгерін білен келбет. Об этом лагере я узнала случайно. У меня всегда было желание, интерес к моей традиции, потому что я наполовину якутка, моя мама из Якутии, папа белорус, но, к сожалению, никогда в Якутии не жила, не росла и не знакома с этой традицией. И честно, как, наверное, многое молодежь, до как бы осознанного возраста я не интересовалась ни традициями, ни культурой. А затем где-то после, наверное, 27-28 лет во мне вот проснулось это желание узнавать
родину, вторую свою, где я была не так часто, народ Саха, и узнала об этом лагере через Альбину Дегтяреву. Ее знает моя подруга из Эстонии, она удмуртская известная фольклорная певица, Маша Карепованова. Вот, и она мне посоветовала обратиться, спросить, есть ли какие-то экспедиции, есть ли, может быть, какие-то лагеря, которые узнают, вот, рассказывают о культуре, о традициях, где мы поем, танцуем осохой, знакомимся как с ритуалами, с жизнью, с мировоззрением, я бы сказала, народов Саха. Вот, и все, и я узнала про Варвару, узнала про этот лагерь, что это в первый раз организуется такое событие, мероприятие, я не знаю. И попала сюда без ожиданий, без ничего, и здесь, конечно, мы окунулись полностью в, во-первых, в простую жизнь, да, то есть как раньше люди жили, вот жили в этих балаганах, как они брали, например, дождевую воду, умывались. Для меня, как для европейского человека, так как я живу в Эстонии, это все в новинку. Честно, даже туалет на улице – это для меня тоже в новинку. Вот. И умываться дождевой водой, пить талую воду. Я никогда, например, не пила талую воду. Это все очень-очень для меня интересно. И это уже погружение как бы в культуру, в традицию Саха. И, конечно же, мы поем, мы изучаем тоюк. Для меня это очень необычно, очень по-новому. И я прямо чувствую, как это сильно, как на самом деле, изучая нашу традицию, наш род, наших предков, чем они жили, мы раскрываем в себе силу нашу. Вот земля как будто бы она начинает поддерживать. И я это стала ощущать. Чем больше я это изучаю, тем больше я в себе это чувствую. Также в лагере мы вот будем здесь праздновать Гэх, и осохой будем танцевать, и также народные песни мы изучаем и будем петь. Сейчас не спою, потому что для меня немножечко это все не в новинку, не просто, но это колоссально. То есть и то, что делает Варвара, мне кажется, вообще за этим будущее. Мне кажется, все равно молодежь и люди рано или поздно будут возвращаться к своим истокам, к своим традициям. Это дает силу. Вот. Я как человек города могу это однозначно сказать. По образованию я вообще врач-стоматолог, то есть я такой была, ну и есть такой успешный человек в жизни, реализованный. Но я ушла из города, то есть хочу ближе к земле, хочу жить, например, на природе, да, и уже раскрывать вот эту свою часть уже духовную, я бы сказала, вот так. Бугурдук саха төрүтүгэстерин үйэтитен сахалы алыптах фольклор эйкетигер ухуюллан. Бир саналахтар мустан сайыңы үтүэкемнеры тухалахты катаран элбэкка саңаға үйренеллер.